Каждая многодетная семья в Челябинской области получит единовременное пособие на подготовку детей к новому учебному году. Размер выплаты составит 3000 рублей. Заявление принимается в центрах соцзащиты. На ММК введена в эксплуатацию в первую очередь модернизированной автоматизированной системы оперативного управления производством. Система обеспечивает решение задач по планированию и исполнению общего портфеля заявок. Движение в дневное время по федеральным автодорогам в Челябинской области открыто для большегрузов. Ограничение движения вводилось на летний период из-за жары. В Екатеринбурге сегодня ожидается 20-22 градуса тепла, в Челябинске до 20 градусов выше нуля. В Магнитогорске небольшой кратковременный дождь и плюс 26, плюс 28. В Першампинуазе также до 28 градусов тепла. В Кизельском 27-29 выше нуля. И в Верхнеуральске воздух прогреется до 27 градусов.